К другим темам. Управление АПК и торговли округа предлагает зафиксировать розничные цены на 7 видов продукции из мяса оленя без привлечения дополнительных бюджетных средств. Это станет возможным при увеличении цен на всю остальную продукцию мясокомбината, отметил начальник управления Сергей Киселев. Цены на продукцию из мяса оленя были зафиксированы еще в июне 2013-го. И такими останутся, но только на 7 так называемых социальных видов продукции. Это вареная колбаса бандарская второго сорта, полукопченая колбаса тиманская, сосиски печорские, фарш оленей натуральный и оленина первой, второй и третьей категории. Но при этом, чтобы предприятию обойтись без привлечения дополнительных бюджетных средств, подорожание остальной продукции не избежать. Мы предлагаем все-таки зафиксировать эти цены без дополнительного бюджетного финансирования, с увеличением на 8,2% цен на остальную деликатесную продукцию, которая выпускается с добавлением сырья, завозимого на территорию округа. Это прежде всего мясо свинины. Если же сохранить фиксированные цены на всю мясную продукцию, предприятию необходимо будет выплачивать из бюджета региона дотации в размере 35 миллионов рублей в год, добавил Сергей Киселев.